С Новым годом! С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. 5 января в Самаре состоится традиционная уже 5-я ночная лыжная гонка. На территории спортивного центра «Чайка» в скорости сразятся лучшие лыжники региона. Участникам предстоит покорить снежные трассы в Сокольих горах. Предусмотрены дистанции 5, 10 и 15 километров свободным стилем. Первый старт дадут в 18:00. Первая ночная лыжная гонка прошла в Самаре 3 года назад. Такие гонки проходят в темное время суток. Кроме скорости, спортсмены состязаются и в ориентировании на трассе. Новогодний квест «Зимний экспресс» пройдет в залах Самарского областного художественного музея. Эта интересная игра познакомит всех желающих с традициями зимних праздников в России и раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства. Так что, если есть желание подтянуть свои знания по русской живописной и музыкальной культуре, вперед! Чем же занималась молодежь несколько сотен лет назад в эти зимние дни и вечера? Здесь и увлекательные круговерть балов 18 века, и зимние забавы, и прочие развлечения вплоть до советского времени. Новогодний квест «Зимний экспресс» будет проходить с 5 по 8 января, начало в 13:00, Самарский художественный музей. Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова приглашает вас на детские новогодние представления, которые состоятся в здании музея Алабина. Это невероятный красочный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев. Дети познакомятся со старинными русскими обычаями, песнями и играми, примут участие в играх и конкурсах, будут разгадывать загадки и водить хороводы вокруг красавицы-елки. 5 и 6 января в 11 и 14:00. Хорошего настроения! До встречи!